бюджета города на 2024 год связано с необходимостью выделения дополнительных средств на устройство набережной у моста Победы. В 2023 году город Балаково стал победителем всероссийского конкурса по лучшим проектам создания комфортной городской среды. Ориентировочная стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей. Из федерального и областного бюджета уже городу Балаково выделено 106,3 миллиона рублей. 20 миллионов рублей планируется поступлением безвозмездных перечислений от Балаковской атомной станции. Недостаток средств составляет 124 миллиона. В связи с чем проектом решения предлагается следующее уточнение параметров бюджета города на 2024 год. Увеличить доходную часть бюджета города на 38,6 миллионов рублей в связи с ожидаемым темпом роста по налогам, по налогам на доход физических лиц и по налогам на имущество физических лиц. Кроме этого, предлагается уточнить остатки собственных средств, сложившихся на едином счете бюджета города на 1 января 2024 года, 68,5 миллиона рублей, а также произвести перераспределение в расходной части бюджета 2024 года на сумму 16,9 миллионов рублей. В результате доходная часть бюджета города составит 1 595,8 миллиона рублей, расходная часть 1 731 миллиона рублей, дефицит 135,4 миллиона рублей. Без учета остатков на 1